Всем большой привет! Меня зовут Олеся, и в этом видео я покажу простой и очень оригинальный способ, как красиво покрасить шишки обычным и самым дешевым лаком для волос, но самой сильной фиксацией. Подготавливаем несколько листиков бумаги, можно обычные черновики, блестки, лак и, конечно, шишки. Берем шишку, лак и начинаем пшикать над одним из подготовленных заранее листиком бумаги. Над вторым листом начинаем посыпать шишку блестками. И так продолжаем до тех пор, пока шишка не будет вся в блестках. На первый взгляд может показаться, что расходуется слишком много блесток, но на самом деле это не так. Все лишние блестки осыпаются, и при помощи листика мы их легко пересыпаем в баночку обратно. Скажу вам честно, этот способ по покраске шишек блестками мне нравится больше всего. На клей ПВА блестки все равно не так клеятся и постоянно осыпаются. Шишка готова и нужно дать лаку высохнуть. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, делитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях и, конечно, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока и до новых встреч!